Женский тренер Жанабель помогает бабушкам, которые просят милостыню на улице. Она выделяет средства на покупку для них продуктовых наборов. Сейчас передадим бабушке, которая просит милостыню на улице. Вот она очень болеет, у нее сахарный диабет. От нашего тренера Жанабель. Вот идем к бабушке. Поможем ей сейчас, чтобы она не голодала. Это я. Здравствуйте, моя дорогая. Вот, держите ваш пакет с продуктами. Да, у нас замечательная тренер. Ее зовут Жанабель. Дай Бог ей здоровья, что она помогает больным людям. И это, что ей бегает, помогает. Дай Бог ей здоровья. Кушайте, бабушка, на здоровье. Давайте, не болейте, самое главное. Бабушка сердечно благодарит Жанабель за помощь.